Вот недавно была в гостях у нас внучка Настя. Вот этот вот светильник, превратился в груду металлолома. Нужно произвести ремонт. Вот. Здесь комплекс мероприятий. То есть нужно отремонтировать вот этот вот, как правильно, фиксатор трансформатора, назовем его, который вот сюда одевается. Вот так вот одевается. Вот с одной стороны проушин есть, а с другой нету. Вот для начала нужно зафиксировать. Зафиксировать вот так вот. Уронила и промолчала. Попробуем. Прогрели паяльник. И теперь этим паяльником я пытаюсь соединить. Вот, одна точка уже соединена. Теперь желательно соединить еще одну точку. Пластик может не самый лучший быть. Не лучший для паяния, я имею в виду. Ну, пытаюсь что-то сделать. Потому что считаю, что так будет наиболее целесообразно. Если какую-то металлическую скобу делать, во-первых, она только проводящая. Во-вторых, ее делать значительно будет дольше. Так, еще вот уже три точки уже держатся. Сейчас вот здесь вот внутри пройду по месту скола такими точками, а потом не знаю даже, что буду делать. Возможно, сделаю металлическую сеточку, впаяю. У меня там маленько есть. Паяльник прям шипит. Кстати говоря, дыма от этого пластмасса по минимуму. Это мне нравится, хоть не нюхать его. Теперь снаружи. Как получится. Прям такое ощущение, что под жалом кипит. Вот так-то вот держится неплохо. Лучики, вот трещины эти по пластику. Прогреваю их поглубже, а потом вот так вот запаиваю, закрываю сверху. Кстати, пластик не горит, что очень приятно. Вот сеточка для паяния. Тут мне как-то сын мой выделил. Нужно разметить сеточку, чтобы впаять. Не очень, а видно. Видно даже простой пастой видно. Вот. И здесь вот сейчас сделаем вот такой, я думаю. Вот так вот сделали. Припаяв отколотое ухо, я вот сейчас, вот видите, как я ее ломаю, оно прекрасно держится. То есть я решил вот эту сетку зря отрезал. Вот эту сеточку я зря отрезал. Во-первых, она плохо впаивается туда, потому что достаточно тонкий пластик. Вот. Ну и имея вот такую прочность, пожалуйста. Она там будет в стационарном положении находиться.
Так вот, зачем мне ее нужно еще усиливать металлической сеткой? Хотя, конечно, хотелось бы ее усилить, я бы все подогнал, вот. Ну, не знаю. Попробовать еще. Пытаюсь усилить, но не могу впаять. Надо, наверное, паяльник больше. А большим паяльником можно сжечь. Это все будет внутри, под кожухом, вот эти вот заусенцы, которые я паяльником оставил. Их видно, конечно же, не будет. Теперь вот эта штука, скобка, держала трансформатор. Здесь вот штырьки остались, куда вкручиваются саморезы. Вот эти вот. А с этой стороны они все отлетели. Ну, видимо, удар был достаточно силен. Поэтому мне нужно, скорее всего, насквозь просверлить. Здесь. И тоненькими болтиками через отверстие прикрутить. Или попробовать припаять. И попытаемся закрепить. Ну вот этот пластик черный уже вонючий, вот от него дым пошел. Вот одну штуку прихватили, сейчас вторую штуку отверстие, и вот теперь третье. Я сначала думал, что оно должно вот так быть, а оно оказывается кверх ногами, когда все на место так стало. Не так-то просто прицепить на место. Вроде прицепил, но она кривая. Продолжаем работу. Пинцетом придерживаем, паяльником утапливаем эту сетку. Ну, другое дело, а то тот белый пластик я прям не знаю. Сейчас вот с одной стороны придерживаю, чтобы не провалилось, а с другой стороны паяльником задавливаю, и он прям туда вваривается. Сеточку вдавливать. Конечно, лучше было бы еще и с этой стороны, но это было бы уже совсем шикарно. Так, и где наша? Вот она, пластиковый держатель. Так, встанет. Паяльные работы закончены. Внутри этого вот светильника был оторван трансформатор. Вот смотрите, из четырех болтов 1, 2, 3, 4. Трем потребовалась пайка с сеточкой. Вот здесь вот оторвано было еще два места вкручивания болтов. Тоже потребовалась пайка с сеточкой. Вот она, сеточку видно. Вот. Здесь крышка. Крышка тоже паялась. Из четырех два были запаяны с сеточкой. Кнопка включения то же самое была сделана. Ну и сейчас остается только собрать все, припаять кнопки, собрать все в кучу. И можно будет пользоваться светильником. Собираем светильник. Прикрутим питающий провод,
который на 220 приходит сюда. Это специальное приспособление, чтобы... О, щелкнуло. Будем надеяться, что держать будет. Ну что могу сказать, все, конечно, одноразовое, чуть-чуть довонешь, весь этот пластик летит, чисто такое китайское произведение это. Вроде бы получилось, но почему-то как-то не предусмотрели они. Как же попадать точно? Ну даже попал. Я уже и говорил, вот этот вот выключатель, который разваливался у меня в руках, нужно теперь припаять, и все. К чему стремились, того и добились. Разобранный светильник, разбитый моей внучей. Вот он, включается, выключается. Все прекрасно. Еще поживет. А что, вот этот надо было сюда поставить, выключатель. Какой? Солиднее был бы. О, да, было бы классно. Клавишу такую.